Если характер есть, на характер надо ставить все, как на стальной стержень. Поэтому очень важно сейчас детей приучить к тому, чтобы они ничего не боялись. Чтобы они не боялись синяков, не боялись разбитого носа. Когда они начнут это переезжать, перемалывать, только тогда из них будут вырастать бойцы. Небо в колокол грянет! Вставайте, люди русские! Мы живем на отцовской земле, внуки сварога, славные дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Мы живем на отцовской земле, наши дети, славянские дети, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия, и летит на крылатом коне Русь далекие тысячелетия. Русь! Мы не бьем того, кто упал.